чудесную историю расскажу я вам. В одном старинном доме был найден чемодан с блестящими замочками и даже не пустой. А что же в чемоданчике? Ты крышку приоткрой. Там живут жираф и мышка, кот и пес и серый мишка, утка белая, овечка, два веселых человечка. В чемодане целый мир, есть даже сливочный пломбир. Для мальчиков и девочек, для бабушек и дедушек, для всех на свете папа и мама. Историю расскажет старинный чемодан. Какой дождь сегодня! Как из ведра льет! О, ребята, здравствуйте! Едва дошли, едва доплыли мы к вам с нашим чемоданчиком. Интересно, наши герои не промокли? Давайте посмотрим. Вот это да! Сказка решила подшутить над нами. Тут вот что. Если бы два, но один... Ай, полегче! Я резиновый, а не железный. Ты еще и говорящий? Конечно, я же сказочный. А там еще кто-то или что-то есть? Лапти да лапти да лапти мои, лапти лыковые, вы не бойтесь ходить, тятька новые сплетё. Опять поет. Всю дорогу мне пел про лапти. Надоел уже. А что еще в дороге делать-то? Друзья, как я вам рада! Вы же приехали сказку рассказывать? Да, не зря ж я подошву стаптывал по асфальту. И то верно. Столько верст прошел по долинам и взгорьям. В одном городе жил сапожник. У него были молоточек, гвозди, шило и нитки. Сапожник делал туфли, ботинки, сапоги и даже плел лапти на досуге. Днем обувочка молчала, а ночью оживало все. Эй, лапоть, хватит уже спать, давай играть. Давай, а во что? Футбол, лапта, догонялки? Не, в похвалялки. А это как? А это так, я лучше всех. Лучше тебя, простого лаптя, лучше того ботинка, что на починке. Лучше туфель со стоптанными каблуками. А чем ты лучше? Я надежный, резиновый, непромокаемый. И могу без устали шагать по дорогам. Каждый красив то своей красотой. Если подумать, в каждом можно найти что-то хорошее. И что же хорошего в этих туфлях? В них далеко не убежишь. Так они созданы для красоты. Ну, допустим. А ботинок-то чем лучше меня? Он старый и скрипучий. Эх, браток, так он опыт ходячий. Чего? Он же едва шаркает уже. Опыт, говорю. Ботинок знает все пути дорожки и может дать мудрый совет. А мне советы не нужны. Мы все друг другу нужны. Каждый чем-то полезен. А я привык сам на себя надеяться. Так бы сапожок и остался при своем мнении. Но однажды в доме сапожника появился щенок. Он грыз все подряд. Мебель, коврики. О, обувь! Как вкусно она пахнет! Сейчас я доберусь до вас! Обувь на полке сжалась от мысли, что скоро и до них дотянутся зубы щенка. Он стал раскачивать полку, чтобы свалить нас оттуда. Я был выше всех ростом и стал шататься, как мачта корабля во время бури. Секунда, другая, и сапожок полетел вниз на свою погибель. Щенок от неожиданности замер, и его глаза
заиграли весельем. Скорее толкни меня, да посильнее. Только щенок разинул пасть, чтобы вцепиться в сапожок, как в ту же секунду ему на голову свалился ботинок. Щенок от неожиданности взвизгнул, отпрыгнул в сторону и убежал. Я так испугался! Дорогой ботинок, спасибо тебе, что спас меня от страшных зубов! Вскоре пришел сапожник и поставил обувь на полку. С тех пор сапожок очень изменился. Я стал искать во всем хорошее и благодарить за всякую малость. Вот и сказки конец, а кто слушал, молодец. А нам пора топать домой, к нашему хозяину. Он сегодня сделал детские туфельки, ведь у него родилась дочка. Вот здорово! Передайте ему поздравления и эти цветы. Наша сказка закончилась. Пусть ваши глазки видят в людях хорошее. Пусть язычок говорит слова добрые и утешительные. Пусть ваши ножки спешат туда, где ждут вашей помощи. До скорых встреч, друзья! С Богом! В моем чемоданчике сказки, песни, веселые басни, хорошие вести в шумной столице и в сельской тиши. Для вашего дома и вашей души найдется полезное, доброе слово, и счастье вернется к вам снова.